Телеканал КРТ представляє. Карантин. Карантин да, сломався. Да. І щось таке трапляється. Люди вже, ну, ви, мабуть, самі мали можливість спостерігати, що ну, три дні тому щось так змінилося, і Київ знов ожив. І дуже багато машин з'явилося. І люди якось таке враження, що вони перестали довіряти владі. Як це може бути, що нашій владі перестають люди довіряти? І черкаси просто взяли і нож в спину. Декілька разів впихнули. Ну, це перша ласточка, я вам скажу, Тарас. Да. Ну, да. От як ви ставитесь до того, що вони взяли і відмінили карантин? Це слідство і це реакція на ті несистемні, хаотичні, несвоєвременні, іноді дуже глупі рішення властей. Ну, посмотрите, власть, какие примеры сама-то подают. Вот был митинг радикалов под Банковой. Кого-то запротоколировали? Нет, еще Васькали с ними как-то возились, выслали туда своего представителя, пресс-секретаря президента, которая пыталась их увещевать и как-то уговорить. Да? Но никого же не привлекли к административной ответственности. Я не дуже с вами погоджуюся с тем питанием, что влада недостатньо разумно поступила, потому что вот мы бачимо, вони зрозуміли, что если вони до них доторкнуться, то буде те ж саме, що відбулося з Богданом Буткевичем. От ви ж бачили, його трошечки за вухо погладили, так і одразу посольство Сполучених Штатів сказало, що... Це Кутєпов був. Це був Кутєпов, це був не Богдан, ні, Богдан Буткевич, так, да, це був Кутєпов. Тобто у нас є такі, знаєте, як неприкасаемые, так би багато за яких посольство би, да. Соединенных Штатов Америки заступається, їм плевать на то, что у нас убита Лесь Бузина, они никогда в жизни не вступались. Они никакой обеспокоенности не выражали, когда был убит Олег Калашников. Они вообще беспокоятся только о своих, простите, сукиных сынах. Ну, цитату не выкинешь. Это никогда, наши. Да? Да, их это покажу, их агенты влияния. Это их агентура. Это те люди, которые работают на интересы третьей страны. И здесь как раз-таки для нас хороший маркер. Как только посольство Соединенных Штатов Америки открывает рот, сразу, по сути, указывает на своего агента. Вот это нужно иметь в виду. Поэтому здесь ничего удивительного, что такие, как черкасы, да, уже принимают решение на уровне мэрии о том, чтобы некоторые карантинные меры запретные сократить, поскольку взамен карантинных мер и ограничений власть не предоставила ничего. Обещали всем значительно снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Второй месяц пошел, мы с вами все получаем платежки, квитанции, мы их сами заполняем, и мы не видим там никакого снижения. Нам пообещали, не сделали. Чистое вранье, чистое, чистейшие пробы, высочайшие пробы. Дальше. Нам пообещали, что будут помогать малому и среднему бизнесу. В чем это выразилось? Ни в чем. Вот подскажите хоть где, что. Я хочу, пытаюсь найти искренне, но я не нахожу. По врачам. Приняли это смешное постановление в Верховной Раде по поводу того, чтобы врачам поднять в 300% заработные платы на период эпидемии, забывая, что еще в 2003 году Министерство здравоохранения уже подобный документ принимало. Он действующий, он не отмененный. То есть, по сути, как бы врачам вернули то, что у них и раньше было. Но сделали же на практике совершенно обратное, пообещали 300%, а теперь врачи получают заработные платы, табулечки свои, да, квитанции, а там минус 30%. Ну, что разумеется, это может быть как испорченный телефон, ну, там сказали, треба людям допомогти, 300%. И так оно передается, передается, а потом ну, информация трохи перекинулась, не с плюса на минус, не с 300 на 30. Ну, дякуємо, что не на 300. Вы знаете, это вот как раз проблема того, что вот данное поколение управленцев, я их для себя так определила по лекции доктора Курпатова, как цифровые аутисты. Эти люди живут в каком-то своем красиво виртуальном мире. Да? У них страна в смартфоне. Страна в пятой точке, а у них страна в смартфоне. Они оторваны от реальности вовсе. По земле они не ходят. Проблемами нашего народа и нашей страны они не живут. У них что-то там в виртуальной реальности происходит. Они как-то это по-своему видят и не несут вообще никакой ответственности. И чувства даже ответственности у них нет, у этого поколения нового управленцев. И считают, что все хорошо. Вот они закрылись в своей капсулке социальных сетей, где их поддерживают, да, и вообще не хотят даже слышать о том, что на самом деле происходит в реальной жизни.
принципе, ну как, чудес не бывает. В принципе, проект «Слуги народа» и сам Зеленский – это продукт виртуальный, продукт вот этого сериала «Слуга народа», да, которым, в общем-то, и забили мозги нашему избирателю. Полностью. Многие его смотрели и совсем забыли, что вообще-то кино от реальности иногда отличается... Вообще. Самую малость, да. Да, иногда в жизни интереснее, как некоторые говорят. Если бы это было не так, я бы, возможно, еще подумала, искала какие-то аргументы в пользу Зеленского и его команды. Но это так только лишь по одной причине. Успех сериала они решили взять себе вооружение, и даже их политическая сила так называется. То есть они перетянули успех сериальный вот, в жизнь политическую и поэксплуатировали наши с вами эмоции от сериала. Постійно задаю одне і те ж саме питання. Коли відбувалися перегони, вибори, то... Всі голосували за Голобородька, розумієте? Вони не голосували за реального Зеленського, люди, які вони охочували за віртуального пана президента, вони розуміли, чого хочуть люди. І таке враження, що просто коли цей етап закінчився, то вони цих людей звільнили і наняли трохи іншу команду. Може, вона дешевше коштувала, може, ще якісь там були обставини. Я навіть з вами, мабуть, поспорю, це навіть не команда, це зборище случайних людей. Это никакая не команда. Более того, по-моему, на большинству, как оно действует в зале, и как зачастую они не добирают голоса, уже очевидно, что это никакая не команда, на командной игры там нет. И слава богу, меня это даже устраивает, потому что если бы действительно это монобольшинство работало как монобольшинство, понапринимали еще больше гадостей, чем вот они успели в своем этом турборежиме. У нас зараз те, що стосується тих самих Черкас, у мене питання таке коротеньке. Як ви вважаєте, взагалі це може рахуватися потім іншими там, Одеської, Кіровоградської області, щоб вони бачать і приклад такий і скажуть, ми теж так хочемо? Да, це Тарас прецедент. Более того, він дуже заразний прецедент. Я думаю, що більш заразніше, ніж COVID-19? Более заразний, чим наш коронавірус, тому що це навіть не коронавірус, це коронавірус, пам'ятаю висказування одного із моїх фейсбучних друзів. Так от, що стосується прецедента, я думаю, що це перша ласточка, це не останнє подобне рішення. Люди не просто устали, они обнищали вовсе. Это не просто такое, знаете, вот выражение «кормить детей нечем». Это уже реальность. Есть семьи, в которых не доедают. И таких семей очень много. В личку уже приходят сообщения от обычных людей. У нас сейчас есть возможность питаться информацией с мест, находясь в Киеве, при этом знать, что происходит в Бердичеве или в Ровно. И что касается вот самого прецедента по Черкасам, да, и по решению мэра Анатолия Бондаренко, я скажу так, что он смельчак, конечно, но есть еще и немаловажный момент. Если уж хочешь все-таки сделать все по закону, по праву, по процедуре, стоило бы изначально обращаться в судебные инстанции для того, чтобы оспаривать подобное постановление Кабинета министров по карантину, для того, чтобы получить все-таки на руки законный документ, решение суда. Я скажу вам, что есть подобные инициативы. Конечно, может затянуться, но все-таки этого тоже надо добиваться. То есть узаканивание своего решения также нужно добиваться. У нас есть уже прецедент, у нас есть уже зарегистрированное исковое заявление от всеукраинской платформы переселенцев, глава Борисичев Геннадий, который подал с большими трудностями, но тем не менее исковое заявление, его наконец-то зарегистрировали, и он будет сражаться в суде, по сути, за всех нас, за наши права и свободы, которые у нас отняли на период карантина, взамен не предоставив ничего. Ви кажете, легітимні інструменти треба використовувати. То може, давайте ми подивимося знов цей урок історії для 5 класу. Ми ж там побачимо, що в принципі нічого страшного, якщо ми трошечки... Нарушимо закон, так? Ну так, але ж це ж треба для того, щоб було покращення. Так що можна не треба настільки сильно звертати увагу на Конституцію. Ми можемо сколь угодно обсуждати, проєктувати, видвигати різні версії, але є така, знаєте... штука, с которой тяжело поспорить. Да? Исторические модели, исторические примеры, примеры других стран, да и собственной страны тоже. Когда ты начинаешь проводить политику беззакония или дележки на правильных и неправильных, это всегда заканчивается либо диктатурой, либо неправовым государством. На бесправии правовое государство не построишь. Пусть мне покажут хоть один пример, у кого это получилось.
У каждой, даже демократической относительно страны, всегда с этим есть проблемы. Задача любого государства, любой государственной системы, все-таки реагировать на эти ошибки адекватно. Там, где нарушены права и свободы, там их защищать и восстанавливать.